Всем ни бага ни лага, мои дорогие зрители и подписчики канала Дрожа. С вами я, Жека, и сегодня мы начнем прохождение игрушки под названием Oceanhorn – монстр из неизведанных морей. Главный герой – маленький мальчик, чей отец был охотником на Oceanhorn, то есть того самого монстра из неизведанных морей. Oceanhorn, я уже, знаете, подразумеваю что-то типа Ктулхи, но в любом случае нам предстоит, так сказать, узнать, чем связан точно наш отец с этим Oceanhorn, и, как было сказано в описании, он придет таки за нами когда-нибудь. В любом случае, ребят, всем вам приятного просмотра, а мы начинаем игру. Давным-давно в одной очень мокрой деревне жил-был наш главный герой. В теплом доме он ждал приключений, а может быть и не ведая того, не ждал их. Моя судьба связана с монстром из глубины времени. Oceanhorn. Я слышу его ужасный звук, эхоющий из моря. It is coming for me again. This is all happening sooner than I thought. And I'm forced to act. К сожалению, whatever happens next, I'm not going to lose you like I lost your mother. Отцу пришлось уйти. This necklace is the last thing left of her. Keep it close and guard it well. I will give you my old notebook for my travels. It will guide your way to an island of a friend. He will help you to prepare for what is coming. I know I'm asking too much of you, but this is the only way to stop Oceanhorn. Последний бой отправился наш отец. И на наши плечи легла его ноша. Wake up. The time has come. Пришло время, так сказать, и нам обучаться мастерству охотника. Это и есть то самое ожерелье? Да, смотри-ка. Его не удивляет, что оно так светится и летает. Значит, это норма, ребят. Почему меня все время должны заманивать куда-то... Так, цель. Ага, цели. Первые копейки? Ух ты. Пробел. Ага. Так. Наложение заклинаний? Ну нифига себе. Ну давайте подтвердим. Ну блин, тут столько... Тут еще с геймпада можно играть. Блин, может с геймпада было бы удобней. Ну я ладно, я подтверждаю пока. Палкой можем биться. Круто, слушай. Иди сюда. Опа. Я могу кинуть куда-нибудь, а ну? Оу, это я, наверное, зря. Слушайте, я монетку вижу. Я вижу монетку халявную. А мы можем прыгать? А, нет, пробел это не прыгать. Хорошо. Как бы мне тогда научиться прыгать? Так, это только бить. Что здесь? При помощи действия. Кувшин. О! И куда? И... Нет. Подбери его. Вот. Ладно, нужно отнести кувшин. Ага, смотри-ка, вот. Удар. F это что-то у нас, чего у нас нету. Правая кнопка мыши тоже у нас нет. Что? Миникарта поможет вам... что сделать? Открыть секреты. Ага. Вон там где-то секрет, да? Смотри-ка. А он в воде секрет. А, на том острове даже. Ну ладно, пока нам, по крайней мере, туда нельзя. Вон есть пристань какая-то, которая... Нахрена мне этот? Иди отсюда. Я не могу быстрее бежать, не? Воу, там первые монстрики. Иди отсюда.
О! Первые монстрики! Ей! Так, а мне до халявы как добраться? Смотри, тут что-то есть. Воу, это я, наверное, зря. Там вулкан. А я не могу в воду, да, прыгать? В воду я не могу прыгать. Слушай, забавно. Прикольно. А могу я наверх, допустим, забраться? Нет? О, я могу делать рывок на пробел. Окей. И наша... Ага, восстанавливается со временем. Так, ну я так подразумеваю... А shift это что? Shift ничего, да? Большой ключ. Вау, нам нужен некий большой ключ, который мы наверняка где-нибудь сможем найти. Слушай, прикольно. Ладненько, давайте тогда отправимся пока... Ага, к этому дядьке надо отправиться, я так подразумеваю, скорее всего. Это, наверное, дядюшка. Дядюшка, который нам что-нибудь расскажет. А ну? Ага. Ну, это все, да? То есть вот это ты мне только... Не забывай упражняться. Да, спасибо, дядюшка. Оп, хорошо. Вот сюда мне как запрыгнуть? А, сама берется. Окей, это что? Это что-то типа, наверное, сохранялки, наверное, походу, да? О, я вытащил. Ага, на пробел кидать тоже. Ладненько, давайте сюда тогда пробежимся. Слушайте, там уже враги. Я вижу наших врагов. Ага, тупо бросаться, я понял. Я хочу взять, вот. На! Слушай, классно, я могу не сражаться. Убийца с кувшином, мне дали ачивку. Ей! Промазал. Иди сюда, я тебя запинаю. Жди, жук. А он до меня даже не достал. Так, хорошо, как мне до сундука? Смотри-ка, там как-то можно до сундука дойти, но, скорее всего, мне придется обойти. Я даже вижу, как. Нам придется все-таки пойти через... Через эту... Ага, и тут мы выйдем. Ну что ж, подземелья ждут! Хе-хей! Воу, пещера. Хватаем и идем. Ось пригодится. Пока тишина. Что у нас здесь? Так... В других вещах? Ломайся! По всему миру. Ну хорошо, ты имеешь в виду... Ага, в этих штуках могут спрятаны быть, да? Я буду искать больше денег. Я искатель монет. Алочный искатель монет. Ха-ха-ха. Оу. Это что за медузье? Медузье. Смотри, оно меня боится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Оно меня чуть не тронуло. Так, что это? Что, я могу как-нибудь активировать? Толкать? Это если я нажму, где-то что-то активируется, да. Но если я сойду, оно сразу же, да. Ага, толкать как? А вот, толкнуть, смотри, это пробел. Да, хорошо. Ей! Первая головоломка для банальщины решена! У нас первый сундук, ребята. Как мне его открыть? На пробел тоже, да? Ключ! Ага, ты нашел простой ключ. Это простой ключ, небольшой. Помните, нам нужен именно большой ключ для того, чтобы... Блин, нам нужно нормальное оружие. Ну, это посмешище. Я с этим оружием, ну, просто посмешище. Я не хочу это поднимать. Вот, вот сюда нам нужен ключик, да? Наверняка там пойдут какие-нибудь помощнее противники. Открываем мега... Мега-дверь! Окей. Это что за яйца динозавра? Но я это могу взять, да? Я это могу взять и, по всей видимости, как-то кинуть. Кинуть вот... Нет, не могу. Нет, я хотел кинуть. Именно вот сюда кинуть. Да не туда! А-а-а! Не бомбит! Вашу мать, я, кажется, сейчас нарушил закон гравитации. Я сойду, и она... Нет, смотри. Интересно. Точнее, не гравитация, я имел в виду закон этой игры. Там что это такое? Одноглазый... Что это за монстр одноглазый? Я не хочу с ним встречаться. Пожалуйста, не надо меня заставлять. О, монетка. Слушай, наконец-то. Первая монетка. Нам хрен знает когда сказали это делать. Так, ага.
И где-то еще... А, смотри-ка, она не активировалась почему-то. Само... Что? Что именно с самого начала? Это кнопка... Ага. Ну, хорошо, а как мне... Да я не хочу кнопку! Я хочу вот это... Да я не хочу кнопку! Прикалывается, что ли, или как? Я хочу нажать кнопку. Она не нажимается, она только от меня нажимается, да? Угу. А тут что написано? Ты потрясна. Вот, мне куда нужно. Она летает, эта фигня. Я ее не могу взять, да? Она за мной. За мной летать, не за мной. Так. Ложи. Ага, это кнопка, если я понял, если эти штуки не туда. Да я не хочу тебе читать, я хочу... Ладно, у нас здесь, слава богу, есть еще вот такая штука. Вот. Слушай, мне не нравится, что эта одноглазая фигня за мной летает. Страшная фигня, слушай, очень страшная, пугающая. Ей! Наконец-то, амулет. Простое ожерелье. Я его одел сразу автоматически, да, или нет? Меню. Ага, оно здесь. Я могу как-то его... Улов, ёкарный бабай. Первые копейки какие-то, да? Это что такое? А, это настройки звуков. О, можно здесь звуки поменять как-нибудь, да? Графики настройки. Ну, слушай, круто. И чё тут? Чё, халява? Меч и щит! Ей! Слава яйцам, ребят, я теперь тащу, все. Выпусти меня наружу. Выпусти меня! Новый уровень. О, нужно escape нажать, да? Ты стал путником. Я стал путником, ребят. Я путевый чел, я стал путником. Зачем мне escape? Как мне управление? Так, главное меню нет. Улов нет. Улов? Вау. Здорово, слушайте, игрушка, вау, просто, реально. Прощение, это видеоролики, нет, дневник, нет, я что-то не понял, где мне пока прокачиваться. Ладненько, я могу как-нибудь повернуть этот рычаг, нет? О, только рукой, окей. А щит я могу как-то применять? Рывок только, да, щит я что-то не нашел, как применять пока. Наверное, мне это сообщат еще. Ну и... Пробел. Мы выбираемся. И, собственно говоря, теперь нам доступна возможность... Так, толкать я могу на себя? Нет, я могу только вперед. Прощай. Нам доступна возможность... Вот этот сундучок. Что здесь написано? Ну, это хорошо, но только я не понял. Мне нужно как-нибудь активировать что-то? 10 монет. О, первые копейки. То есть я сделал это. Ну хорошо, вот я в меню захожу. Управление, нет? Нет, это не оно. Я могу как-то... Нет, транспортировать тоже я здесь. Опа. Я могу просто активировать, да? Транспортировать это я все не... Эрудит, починить как минимум 10... Что? Починить или что? Или подчинить? Поменяйся обратно, пожалуйста. Прочтите как минимум 10 знаков. А я не прочел все знаки? Это странно, ребят. Давайте подеремся с этой фигней. Теперь я его быстрее убью. Да. Я тащер. О, монетки. А, значит, даже в этих штучках есть. О, кустики, идите ко мне. Идите. Кусты наши враги. Кстати, вот здесь мы не были, да? Наверняка тут какая-нибудь табличка. Наверняка где-то одна табличка затерялась, и мы ее найти не можем. Вот три диска табличка. Вот не надо так. Таблички, не надо так. Так, ну, надо же, наверное, кому-то сказать, что мы это сделали, да? Или где? Да, видите, вот сигнал где-то горит там. А, мы ключ так и не нашли, походу, да? И слушай, мы вот сюда еще... О, здорово. Ну, как-то добрался. Да, начал светиться, а что? И куда пойдем? Ну, глаголь. A long time ago, these islands were the mighty kingdom of Arcadia. The age of enlightenment led Arcadians to outstanding scientific discoveries.
Engineering and magic ran deep in their blood. A foul war began as Dark Lord Mesmeroth, who had once been a promising candidate for an Archmage, led Direfolk armies to a war against Arcadia. И они создали это существо? With the aid of his dark magic and the Direfolk, Mesmeroth dug deep into the ground and brought to daylight something that should have stayed in the depths of the earth. Tryloth, a mass of dark energy left over from the creation of the world. Black boats arrived to the gates of Arcadia, carrying the dark energy Tryloth. Soon the light from the world and from the hearts of men faded. The once flourishing society disappeared into the darkness. After the catastrophe, three sea monsters appeared. One of them was Oceanhorn. Oh, it is a vile creature, born under the dark burning light of Tryloth. Although all of these monsters were powerful, only one has survived up to this day. И оно пробудилось. It is getting late, kid. Return to me in the morning. Или это твоя печь, скажи, еще так кричит. Окей, игра сохранена. Слушайте, здорово. Что у тебя за табличка такая? А, это дверь. Я не хотел выходить. Не хотел выходить. Скала Сансона. Опа-опа. Вечер. Смеркалось. Там еще одна локация, кстати, осталась, которую мы не смотрели. Там есть монетки. Смотрите, враги у нашего дома. Да, сохранялово. Сохранялово это, конечно, хорошо. Так, монетки. Халява. Еще один донжончик. Да? Ой, могила. Это, походу... Я хочу почитать. Нельзя почитать, да? Не хотел бить. Я бить не хотел, я не такой. Прощай, дерево! Смотри, дерево не рубится. Оно было подуменьшилось на секунду, но... Нет. Ладненько, пошли в донжон. А, shift это щит, йо. Вот. Не, меч это тащер вообще. По сравнению с палкой-ковырялкой, которая у нас была, это точно тащер, ребята. Так, нормально, идем. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. Ладно, пойдем. А мы... бестолочь. Упал просто так. Так, и мы уходим в нормальное место, куда-то уже более открытое, да? Ага, ага. Сундучок. Скала Сансона. Это где мы... А, это мы над своим домом, да? Где-то над своим домом. Вот, кстати, последнее... Поляна трапезы, ну круто, чё, ну. А чё у нас тут? Халява? 25, это по всей видимости ты нашёл и получил 25 опыта, круто. Ну это да, это халява-то. Но я вот зачем-то вот это сделал, да? Ладненько, давайте пройдём снова. Быстренько сейчас пройдём. Враги не респавнятся, смотри-ка. Ха, я думал, респавниться будет. Нет, враги не респавнятся. По крайней мере, так быстро, как я бы хотел. Бревно. Оу. Так, там снизу кто-то. Или где-то здесь кто-то. Смотри, по карте показано, что здесь кто-то. Оу. Иди ко мне. Сюда иди. Сюда иди. Сюда иди. Там халява какая-то. Ладненько, нам, наверное, домой надо, что ли, поспать. По всей видимости, так как-то здесь заведено. Нужно же спать когда-то, да? Все-таки. Давайте пойдем сбегаем домой. А, ну это подтвердить, да. Лечь спать. И мы легли спать. Оу. Это шпион. Механизированный.
На следующее утро. А на следующее утро, что произошло, мы узнаем с вами в следующей серии. Если вам понравилось и вы хотите продолжение, то, конечно же, ставьте лайк и пишите об этом в комментариях. Подписывайтесь на канал, если вы впервые на нашем канале. И, конечно же, подписывайтесь в группу ВКонтакте и в группу в Стиме. А всем удачи, до скорого и не унывайте, ребят.